Всем привет! И у нас сегодня на обзоре свежак. Всем свежака вам! Да и мне тоже не помешает в такую жару, тем более лето и далеко от моря в нынешней ситуации. Но ателье «Колонь» о нас позаботились. Так вот, что они нам предоставили? Пьянящий цедрат и кедр. Атлас. Вот с него я и начну. Это просто, вы знаете, прям ребята чудо сделали. Чудо в 2015 году они изобрели на свое пятилетие. Сам бренд существует с 2010 года. И на свой юбилей они изобрели коллекцию Азур из 4 ароматов, в которую и вошел именно вот этот вот аромат. В общем, будем тестировать и смотреть. Это в личном моем пользовании, я-то уже его тестировал, и, конечно же, я им пользуюсь только в теплое время года. На самом деле, как они и заявили, это унисекс, и это правда. Вот прям свежак-свежак-свежакович, можно так назвать. Из чего состоит? Сразу бьется звучание лимон. Лимон и бергамот. Это первое, что его раскрывает. Тут также замешаны абрикос, жасмин, белый кедр, ветивер. И, конечно же, этот аромат будет долго носиться на теле, на коже, так как в этот аромат добавлена амбра. Стойкость и шлейф, значит, обеспечены, если в аромате есть амбра. Поэтому все, кто желает свежака, пожалуйста, ателье «Колонь» позаботилось об этом. Продолжим дальше. Перейдем к пьянящему цедрату. Вот так вот выглядит упаковка. Он не менее свежий. И я бы даже сказал, что помимо своей фруктовости, фрукты и море, вот все, что можно назвать, как можно обозвать эти ароматы, фрукты и море, хвоя, вот тут вот выбито. Видно? На камеру не видно. Выбито, я думаю, увидите. 100 миллиграмм, тыры-пыры. Это тоже даже под следой. Все чувствуется. Каждая буква. Все четко. Все четко. И она совпадает. Видите, как сюда. Цифры, буквы. Если даже будут сбиты буквы, цифры сбиты или наклеена на них наклейка, это говорит о том, что товар завезен просто неофициально. Не пугайтесь. Доверяйте своему поставщику. Покупайте у проверенных своих поставщиков. И приятное, причем приятное на глаз. Приятное на глаз все это. И такой же флакон находится внутри. У них у флаконов просто цвета бывают разные, а по форме и вообще по дизайну флаконы у них все одинаковые. Кожаная такая эмблема идет вокруг, причем ровно она наклеенная. Наклеена ровно. Вот так играют буквы серебром на свет. Флакон соточка у нас. Тут минимальный зазор, может в миллиметр, а то и меньше. Ничего нет. Крышка обычная, легкая пластиковая крышка. Довольно-таки просто и стильно очень смотрится. Что здесь у нас? Здесь выбито ателье «Колонь». Просто пропечатаны буквы и наклеечка ихняя.
Да, она на свет, это бутылочка, пузырек, флакон, кому как удобно, просвечивается. Трубка идет неровно, уходит в сторону. Вот так вот ателье Колонь может порадовать в теплое время года. Прям наносишь на себя, и ощущение свежести и бодрости вам обеспечено. И вы идете как, либо как морская волна, либо морская волна из фруктов. Лимона, бергамота, кедра. Данный парфюм на обзор был предоставлен интернет-магазином Bro Parfum. Проверенный поставщик по самым низким и приятным ценам. Кто использовал данный бренд, данные ароматы, пожалуйста, напишите в комментариях, поделитесь своим мнением. Ваше мнение для нас ценно и дорого. Да и другим зрителям будет интересно узнать ваше мнение и сделать свои выводы. Ставьте лайки, дизлайки. И с вами был канал Bro Parfum.